Ну, Лука. Пожелание. Да, пожелание. Это вообще идеально было. Ну, там персонажа... Не сегодня. Персонажа там никто не хочет свичнуть так резко нахуй вот в моменте, блядь. Какой у меня там лок? Ну я могу. У тебя или у Мифика? Ну у Мифика. 267-й дестрик, ебать. А нам нужен демон, нам дестрик тут нахуй. Да похуй, мы его переделаем в демона, блядь. Да, можно переделать, в принципе, там второй поставить спек. Через сайт. Не-не-не, просто похуй, прям удаляю у него дестрика, дело демона поебать. Мардаун, забивай. Два спека демонов. Да-да-да. Где ровист? Поссать пошел, пока Юля зафедрит. Не, честно, Димон, я бы сделал бы демона, но я ебал рот его снова качать, там я, блин, только его через месяц будет. До 80-го мы тебя ебанем вообще как нет, мы тебя за 2 часа до 80-го ебанем. Да я его сам за 2 часа до ебану 80-го, просто, понимаешь, я в шмотках опять буду ебаться. Ну что, одевать шмотки только... обратно, да, это заеб. Я только через месяц его одену своей удачей. Ну потому что без лока вообще хуёво. Я подумаю, там уж констеблем договориться, у него аккаунт взять, погонять как-нибудь. У констебла. А, ну, если это, типа, завтра пойдем, я могу, в принципе, за мифика зайти, там, сделать спек. Сам мифик-то не играет. Ну да, сам мифик не играет. А то, так понял, Никита констебл поселился на работе у нас вообще там. Жестко. Потом придет по 5 в доме. Смены там. Еще 8 смен вроде или 7 осталось. Да. Ну вот я и говорю, что я хотел аккаунт взять его погонять в него. Шмотки на заводе выбивают. Ага. Да. Так а что это в итоге так с хукмастерами, так и нихуя не понял, что он ливнул-то? Он плакса, вот и все. А, понял. Ну мы еще не знаем. О, Мифик, ну, зашел. Типа... Лука. Представь себя на его месте, ты в трех гильдиях состоишь. Угу, так. Меня бы ты ходишь на РТ три раза в день. О, Мифик сошел в натуре, да, блядь. Про кого? Ебать, вспомни солнце, вот и лучик, нахуй. Хукмастер. Ну. А, хукмастер? Нигде а ничего не лутаешь. А что с хукмастером случилось? А вдруг ему плащ не отдали, хотя у него приора не было, он обиделся ливнуть. А вдруг ему нужен был просто предлог, чтобы ливнуть? Нет, с рейда просто. С рейда только ливнул, по-моему. Да завтра придет и спросим, что он. Ну, завтра а... сам спросит. Чё плюс 300? А чё ему заметил? Думаешь, он заметит? Типа арповый там какой-то или чё? Отсюда с ЗС? Да, 77-й гипер ПБ. Ебась. Он бил ванхолики. Да. Причем даже если он собирается в Т5 играть там в анхолике, я не знаю, нахуя ему РПБ. Я не знаю, это все равно, чтобы я бы попросил зов с лича, мне бы его не дали, я бы ливнул. Типа, он мне не нужен вообще. Типа, ну я бы мог взять для прикола в этот полуеспек. Приколись, что ли? Давайте, рыба. Я юморист. Я юморист. Нет. Стамина нужна. ДК вообще слабый. Уберите эту музыкальную хуйню. Два мана еще. Что? А. Какую музыкальную хуйню? Все готовы. Я готов. Да-да. Это не вопрос. Все, я, короче, поговорил с Мификом. Транквилла пиявка. Он разрешил на его аккаунте гонять. На Транквилле пиявку. Транквилла банку пей. Не ловите эту хуйню, сука. Вы видите вихрь или нет? Так, Мурлок, Иннер в Транквилл.
Блять, этого Пета можно как-то снять с меня? Заберите Пета, кто там? Вендисе. Бабл быстрее, жми бабл быстрее, всю ману проебешь. Все нормально. Там пиворезаешь там как-то сегодня? Мэтт Фокс, Игорь, Конкилу, на бидоне пиявка. Жди, бидон, 5 секунд еще. Вводи коны, Инер, кидай в бидона. Стелси пия. Стелси банку пий на ман. На роме пиявка. Вихрь. Блять, а вот вы стоите не в моей не поле зрения, нахуй. Не могу просто вам помогать, нахуй. Кильтесь как-то сильнее. Рома сухой. Мурлоко спи. Крыт инвалид. Побежали на бабу. Деф там какой-то. Че стоим мили-зону, чтоб хуже стоять этой? Сят в Сифию упали. Ну, че вы на краю. Там? На краю стоим. Поменялись местами его? И ведь каз бабе. Да, поменял. Прилетите в лужи, стойте. Вы ДК-шки. Подходите, чё вы там встали? Вон, на лужу вставайте на ДК. Я гину дом на ХП. Ваня, ты живешь там? Ты от босса... Да, ДТМ, просто... блядь, так стоит, ну, бля, поебану, может, это, блядь, типа... Какой вихрь, всё, он пропал наконец-то. Все, переставил нормально. Просто в центре стоял. Да, ебаный вечерок этот кончен. Но он переставляет каждые там 15 секунд. Он просто не хочет уходить, блять, отсюда. На бабе там живите. На бабу дотки что, никто не кинет, окей? Эй, Свято, сохрестрель кого-то. Желание. Вы сейчас занимайтесь тем, что бред. Тем, что бред не сдох, занимайтесь. Все остальное похуй. Бабу создачу убить, дальше проще будет. На бабе людей не уроните. Все, как он заебал, а? Бля, в прошлый раз он уезжал туда, на хила. Это рандом. Ты вы там отдавайте, какие есть у вас. Каст 6 секунд каждая. Оба шамана на ману ставьте быстрее. Мордаунт на ману читай. Вы видите, что вы сохнете, или и вы не видите надаю. Нихуя? Быстрее инера все раздали в хилов. Пикнул. Инера в КД. Ну вот КД сейчас ну, сразу раздавать. Хорошо. Не проебите только хилов. Ярьте бабу. Он активится. Потому что кас не кикает. Заломаныч, кикаешь кас нахуй, хила нахуй. В чем проблема, блядь? Я кикаю, что могу. Кикает заломаныч, потому что вас замораживает, блядь. Еще раз объясняю. Ну, мы все типа кикаем. Просто он должен по-любому его закрывать. Но его не берет заморозка. Накупай, дай шафель гейм. Че там у бабы? Высохну нахер. Убивайте бабу уже резче. 38%. Вадикон, подбеги, дай иннер Авелане. Побежал, бегу. Сколько процентов у бабы там? 35%. Здесь, блядь, долго нахуй. Давайте быстрее. И Мэтт Фокс, дай иннер по Авелане. Он уже банку на ману выпил. Не, Вой, тут очень unlucky с этим. Помогай этот Авелане. Бейте быстрее, блять. Мэтт Фокс, Иннер, в Авеланию подбеги и дай. Дай бежать-то. Да ёбаный, в центре, на подъеме. У босса он здесь стоит, ты что, не помнишь, где хилы? Ревностный сработал, вы сейчас доиграетесь, блять.
Прожми. Давай, хили, халидринка. Встань тоже, иди под... 9% хотя, добивай. Хотя, похуй, иди бей, бабу добивайте. Уйдите отсюда, сука, тут тотем бьет, сейчас пизды нам даст. Тотем бьет, блять, вы куда? Вы сейчас ёбнет? Минус один. Кретины. Пиздец, нахуй, я хуею, блять. Все, нет маны. Хуярьте бабу быстрее. На ману шалфир читай, подходи сюда. Все, добили, добили. Подходи, читай, да, сейчас уронит, нахуй. Быстрее, Костя, блять. Костя, кого БР? Авеланию БР. Костя, хилить. Лучше, да, конечно, еще вставайте, а на ману... Бодигон буду БРить Авеланию. Мэтфокс, Авеланию, БР. Мордаун-то поднимите, блять. Что, холидринка будет, ну, на пока нем, нет, да? БР. Да как же лучше, бегитесь, кому мало. Ну, поднимай меня. Поднимай Мордаун. Вадикон с БРами mm-hmm. по команду, сейчас БР скажет. Я Вавиланию поднял, я не знаю, у кого. Я Мордаун-то. Друид инвалид Вавиланию и на. Кого Мурлоко еще? Сейчас дашь в Рому, Джандис. Мне даст Унтинер, блять. Есть еще БР один. Все, он шоколад, маны нету. Да, давай по Сифе, кто. У кого БР есть? Есть БР. Друид инвалид, пассифей. Друид инвалид, пассифей. И Мэтт Фокс. Пускай оставит, не надо. Пускай. Мы не успеваем. Там 2,5 минуты. Гомосека хильте, да поебать вообще. Ну блять, похуй, значит, не убиваем. Есть у кого-то инер, блять? Ни у кого, все пустые. Вадикон, 6 секунд будет только. На ману гимн есть у кого-то? Нет, все, только сейчас 44 секунды накрыло. Ну джагай побей, господи. Если выхода другого нет. Будет только тебе бутыль на ман дать, если хочешь. Не надо мне КД. Или в ДКшную лужу белую стань, тебе ману надо ресторить. Да, все, это самое. Гомосека помогать и подхиливать, и нормально будет. Это все. Чего вы с бабой так долго проебали? Да блядский вих! Подожди, у нас несколько ДДшеров мертвые лежат изначально. Несколько костов ей не закрыли. И плюс несколько штук 6. И плюс торнадо летали, короче, просто в миле, в РДД и обратно в миле. Там очень... Он туда-сюда летал, вообще не уходил. Мораль выкинула. Ладно, давайте падать. Еще полторы минуты есть? Не, подойдем же. Минута два. А, там... Еще шаман не добит. Падайте нахуй. Подойдите в центр, умрите. Босса, сведи сюда в центр, чтобы тут пачкой все умерли. Сюда спусти босса. 49 лямов за минуту 20 закрыл, да? Нет. На это минуты где-то 2 минимум надо. 2,5 закрывать. 2 это с гирой, я не знаю, надо. Это 50 лямов, ебать. Не, мы в прошлый раз за меньше, чем 2 убили. Заломаноч, ты тут? Не, ну, да я, блядь, тут, у меня стоит... Я макрос сейчас этот уберу, подожди. Косты кикаешь, бабе. Ну там и переапаны все были мы. У меня ветерка, нема на удобной кнопке, стать, блядь. И у меня макрос стоял на ледяной шок, блядь, с этим ветром. Я убрал этот макрос. Зачем тебе макрос? Нет? Уберите там тотемы же... нахуй. Кто там, блядь, с тотемами нахуй? Там уже все дохло, как они тебя убили. А как ты вообще ротацию тогда поддерживаешь? В смысле? Эти диваны. Ну, в прямом. Раль, заходи. О, слышал. Ну ты просто, там вместо ты ветра, я молнии просто вставляю. Быстро бафаемся. Прерывание 3. Это хранительница, там 9 лямов себе накидывает. Слышишь? Чего, блять? Там ДКшнику сначала инста бежать. И что теперь, блять? Что делать, нахуй? Может ро дать тогда? Не торопись, в смысле. Так все равно жрать надо, блять, бафаться надо. Он придет один, забафуется за 10 секунд, блять. Че ты встал, мораль? Почему? Так он вылетел, он вылетел. Да, тогда понятно. Он вылетел. Сука, все равно жрать, блять. И бафаться. А то потом, блять, пулять надо, все тут стоят, блять. Подожди, блять. Надо пиздец, блять, за 20 секунд вы должны быть готовы. Все разбавлю. Короче, заломаныч, кикай косты бабе. Я на постраховке. Когда не сможешь кикнуть, скажешь, я кикну. Хорошо. Да он всегда потому должен... Да там ничего не говорите, каждый просто пробует кикать. Косты.
Ну, у меня... Потому что я через раз, но я все равно косов 15 сейчас скину. Сколько? Подожди, у меня ведь урок 5 секунд, у тебя сколько? Сиджу, я тебе только что скинул. У меня 10. Косов закрыл. Блять. Это неправильно, неверную информацию написано. По-любому. Там один шаман должен справляться. Не может быть, что я 3 кикнул, это бред полный. Ну... Ну, чел! Мы, короче, стояли, я закрываю каст, ты говоришь, я закрыл каст. Я вижу, что я каст закрыл, по аддону мне показывает, что я прерывание бафнул. Ты даже не видишь, что ты касты кикаешь. Но ты говоришь о том, что ты кикнул. Ты просто кикер в молоко отдал, и все, и ты об этом говоришь. Вот, тебе скинули еще раз. Касты, касты, кикать должен шаман, а страховать... Ты Заломаныч ноль. Заломаныч должен кикать, потому что он стоит в рендже, его не замораживает. Да заебали, буду я кикать, хорошо, угомонитесь, блядь. Так, собаки кончился. Кость просто дай мне. На БМ нахуй, блядь. Сейчас. Благодарствую. Спасибо. Кто-то пробуляет там? Лапка. Вилаша, а разлей, пожалуйста, лужу подлейт. Я хочу посмотреть, сколько резистов. Можно? 100 резистов вроде, если память не изменяет. Не-не-не, стакается сейчас с банками и с аурами или нет? Стакается. Там все стакается. То есть сейчас под этой хуйней, по логике, будет 305 резистов от огня под флаской. У нее в Зуламане было 778 резистов. Народ, можно один вопрос? Важный. А почему у нас аура коня вместо ауры воды? Ладно. Эма тоже сдаете на лед. Пиздец. Аура бича. Ликон, у тебя же нет никакого там доп этого резиста? У кого? Доп резиста. Третью ауру освободил. Авелания, забери. Нет, нет. Ее кто-то забрал. Рома, отдай ауру. Да потом, ну там они уйдут, я ее возьму, ты возьмешь огонь или что-то будешь брать? Да я... Так я же достаю у него третий аурой. А, до меня достаешь третий? Я до тебя третий достаю, тебе а, надо взять на огонь третий. Как раз таки. Ну так вот у меня и был ты огонь. Ну, Авелания, бери огонь. Если что, себе мошку прожмешь. Я до тебя третий достаю. Можете хоть ретри ауру поставить, а не коня? Думаешь, сильно поможет? Не особо. Забафать тебе, конечно. Да нет. Дашенька, забафать. Лучше же просто коня, оно же что-то даст. Вместо ретри три ауры. Шотов у него, черт хуйня. Блять, ну давайте, ладно, давайте Геру на бабу нажму, господи, в чем проблема? На ханта бабу, на Геру. Ну, видишь, бидон говорит с доказательством. Нет, там потому что мы вроде фейспам не изменяем, пошли переапаны, тогда выкатили же этот патч и там просто... Это, принимайте, друид инвалид тут? Ну, так сука. И было. Все готовы, нажим. Прием, все готовы, даю отчет. Все, все, окей, жмем, я нажму на бабу, все, заебали нахуй. Вставайте так, чтобы вот кружок воет, который в кружке стоит, чтобы вас мог визуально доставать. А то я пол рейда не могу подхилить. Но... А я должен вот сейчас рейд вообще хилить? Или только гомосека? И гомосека. Смотри, блядь, чтобы не проебать людей. Вот. Блядь, просто хилов любую, там дохуя, любую, а рейд приходится хилить. Страховать любую просадку надо. Я так и делаю. Но просто я сажусь потом. Ну ты или эконом, экономно страхуй, на шоках, я хуй знаю. Вот призен как сдох, нахуй. Вставалку юзай сразу. А, у него КД поди. Юзай. На ветерках там летает. Стрелный бросок его пулей убило. Этот, блять, друид инвалид резко. На Морлоке пьёт. То дамага сейчас банку проебём пей. Опять, нахуй. Мэтфокс, там есть БР, у тебя вроде есть. Да. Я только что друид инвалиду это сказал никуда. Сделать, блять. Друид инвалиды 14 секунд. А. Я же тоже вижу, у меня же стоит викаура. Мне не показывает. Было сейчас.
Дамаж быстрее, Мудфокс, пиявка. Вихрь летит, смотрите, сука, заранее от него отлетайте, отбегайте, точнее, его нельзя касаться. Транквила, пиявка. Мурлок, Иннер, Транквил. Дроид инвалид умер, да? Да. Пиздец. Хильте сильнее. У меня через 15 секунд Вадикона. Вадик. Будешь резать дроид инвалида. Транквил опять пиявка. Да. Поднял. Захилить его сразу. Давай Иннер Вадикону Транквил. Побежали. Эмадам. Гюлю там захиливайте, я на гомосека перевешу. Угу, на Костю перевесил. Блицкий-то ты, ма нахуй. Сейчас они исчезнут, жди. Сейчас он заберет. Их. Да, я жду. Че, тогда не отвлекаюсь на кик, да? Так, переставил. Ну, тут страху хотя бы. Да, бей пускай. Больше, ну, просто страхую там, не знаю. Типа трудно, касса очень быстро. Еще максимально сильно рейд хилим. Стелси, ставь тотем на ману. Гимн кто? Я сдам. Давай. Второй скажешь тоже там по мане, смотри его. Уже конченый стан. Не уроните никого. Гимны там, смотрите, если еще надо, вот смотрите, рейд просел. Я с кем-то одновременно жму кикаста. Похую. Ты единственный лем. Посмотри, гимны хп. Там шаманы, следующий шаман тотем ставь. Едон Транквилла ставь. А, сколько там процентов? Ставь, давай. Урлакос откатится, Иннер сразу в Транквилл. Подфиль, дай на ману, Гимн. Этот вихрь, смотри, Вилани, долетит до тебя. 10%. Смотри, этот ревностный сработ. Хиль хулидринка не урони. Угу. Тут просто хилю так, чтобы им ману сильно не всрать. Жду, пока один раз пробьет. Хоть на сколько-то. Скоро там бабы? Убита. Сейчас бегите, бегите на шамана. Босса через центр подводи немножко. Только крейду не подведи. Тотемы вот эти быстро захиливаем прям. Так, частица же на кости сейчас, правильно? Да, да. Да, да, ты его хилишь, я гомосек. Иннер можно в Илоне? 5 секунд я могу дать. Мэтфокс, можешь Вадикон, по Илоне? Вадикон, дашь Иннер по Авилане. Мэтфокс, Иннер в Транквил. Отдал. Ясский тотем. Дрюд инвалид Транквилл, дай, Иннер. Костя, сколько еще там у тебя до Алена снова? 20 секунд. Ладно, если хуево будет, скажешь мне. Там у меня сейвы есть. Подкатились. Я понял, принял. Спускай, спускай в центр, ага.
У кого там гимн на ману есть? Ни у кого. Минута транквил будет. Сука. Ладно. Сейчас нормально идем. А, помогайте гомосека хилить, эту частицу подвесить и вторую. Да, значит, что не сдохли от огненной звезды. Милите чё? Заранее не будете отбегать. Время есть, сейчас доберется. Все, идите. Гомосек с руки бьешь, добав на вешаешь. Частицы на него. Она сейчас будет сразу, милики. Да, вот эта звезда, смотрите, отбегайте Милика заранее. Я на гомосека частицы. Все частицы на гомосека и все. Угу, все. Есть в лужу РДД. Ну, кому мана нужна? Нет, Джага там есть, значит, на боссе? Да. Минор через 15 секунд откатится. У Транквилы все по мане хуёво. У Транквилы, да. Да, Транквилы, отдавай гимн на ману. Давай, Мурлока, давай. У меня Мурлока тоже скоро сядет чуть, но это ладно еще. Да сейчас мы уже отрезаем, дальше ждут, хилы друг друга страхуют. Тут хилить-то чё, тотем нахуй. Стелси по откату, дашь тотем. Вообще пофигу. Всё, нормально. Хуеть, вот так его. Пиннер 10 секунд. Вадикон, давай Вавилоне. Мэтт Фокс, давай Иннер Франквилл. Надо его как-то сильнее бить, мне кажется. Да мы успеваем. 40%. Отбегать. Ну вот, блядь, бич один есть. Мурла крес. Припал к земле, блядь. Че, заранее не отбежать, что ли? Больше ДПС проебнуть. Папку, каску, пристабаф и отбежал быстро. В том-то и фишка, тут таймеры, блядь, расходятся. 50 секунд. Я все время вас сыгру нажал. Очень. Берса 40 секунд. Я еще нажал ложный. Гиру дайте, у кого есть. Когда там же помирали. Не павшим, да. Хуёво. Быстро, друид инвалид, Реса и Седж. Сидж, ресните. Алло, рес меня будет? Нет, только ну, будет. Через... Нету. Готовим, готовим баблы. Бля. Дед, я вахую с вас. Кто и держит босс сейчас? Секунда, берсерк, баблы нажимаем. Баблы все нажали. Веси, веси. Я крестом стал. Дал кредит в этого. Веси, веси. Хорошо. Не, ну сейчас не бомбагнулся. Блять, второй секстант. О, нормально, и ноги на войне. О, нормально. Блять, там сейчас. Вань, ты забираешь, да, там по приору? Без понятия. Ой, бичи, нахуй. А, вот там Мэтт Фокс, ты. Это не паловский токен, да? Да, ноги паун. Бери. Бля, этот сектант такая бисяра, нахуй, на всех кастеров, блядь, просто пиздец. А, паловский есть, найс. Да, ну. А чем от Фокс она не нужна, что ли? Так, чё, Седжу? Мы куда-то идём ещё? Седжу, пусть. Сейчас убили, но на будущее это очень слабый ДПС. Ага, чё такое прям. Ну да, пускай Седжу берет четвертый кусок, если вывин, то он ему дается, будет трогать 4d5, заебись, в принципе, заехуенно будет. 4d5, 34 тысячи ДПС. Авелания руки. Ну, типа, Авелания не хочет брать, типа, пока да, нет и... апокал. Да. Да и на ретрика сейчас Т5 не очень.
Нормально, да. Блядь, на Redrick это 5 кнопочки жать надо просто. 35 да, же тоже будет. 4, ну, это 4 даешь. Столько же этого и больше. Ну, все нахуй, Никитос. Ну, да. Осталось Вашу убить, да? Либо Ваши, либо Келя. Ну, да. Че, идем? Пойдем посмотрим. Пойдем, да, хотя пощупаем, блядь, ее, что она такое, нахуй, вообще. Ну, че, сейчас... Что-то еще будет? У нас вроде сейчас еще... первого трая убьем. У нас еще вроде полчаса. А, ебать, у меня время перевели на адекватное. У-ху! Что было неадекватно? У меня что, было на час... Марагрима пойдем, да? У меня было на час назад. Есть? Перед двоишь. Марагрима, по идее, есть еще. Рома. Ты что будешь забирать? Второй кусок, какой будешь забирать? Ты пятый. Третьим мне ваш кайф нужен только. Я через ноги хосту себе не соберу. У тебя плечо уже есть, да? Да, плечо кистью есть. Нет, не наполовину, я про этого, про... А, Сауд? Там вообще поебать какие куски. Я на Сауд сейчас не буду, мне пало надо в 4 куска одеть. Чтобы был хороший масс. Если ДБМ ломается, это вообще рухнет. И причем салатарги. Я тупо не увидел, типа, откат коста. А еще для того, чтобы почти фулбой стоять на минус 50% затрат маны. Большой. Ну, понятно. Потому что на хардкапе хосты я сопнуть буду пизда как будто. Аккуратно, здесь большой. Че, проверяем, какой он. Все нормально вроде, да? Че, пойдемте треш дочистим здесь полностью уже. Может, один крутой рунка фарма тогда? Надо бы как бы по факту там. Не успеем. Ну, полчаса. Да надо хотя бы здесь. Да не, хотя бы поплатить по платформам пройти ДСки и весь треш дочистить, который только есть. Хотя бы бов 10 добить, ебаники им стало. Хорошо, что собрать бить своими людьми. Ну а чё, бля, съебались. Ого. Жаришка. Стелси вылез, тут все. Ну-ка, блядь, что там в рекаунте пишет Тринька, это как резнула мне ману. Тебе сказать, сколько она тебе маны дала? Поток только маны... же сколько... Поток маны, это вот эта хуйня, да, она дает? И она тебе дала, да, поток маны. 22,5. 32. Ну, это понимаешь, что тут зависел кто-то. Ну, это духу еще вообще пиздец. Это нормально. Это пиздец. Ну, если одна тренер столько дает, то, да, наверное, надо. Клятва 76 тысяч. Получается, так это сколько? Ничего. 3 инера? Или сколько? Ну, это духу еще инеров. Инер там, сколько там? 6 тысяч. Это 3 инера. А, 6 тысяч. 7800 маны дает инер. Это 5 инеров. Или 3. Ебать ты математика, нахуй, как дела, блядь? 3, ну 7 на 3, 21. Нихуя себе. Нет, он сказал 35 тысяч на МРС. 32. Нет. Какой 32? 4 инера. Подожди, как жопу она может тебе резнуть, если вон, тут сказано, что 3200 единиц маны 22400. Хую там тоже на заборе написано. Вот, смотри, нахуй. Ничего не знаю, нахуй, мне 32. Я понял, блядь. Это рекаунт для дурачков, а не относится. Да, нахуй. Это у вас, блядь, доны для дурачков стоят, нахуй. Там, наверное, еще 20... и ДПС выше, когда ты в танке. Конечно, нахуй. 20 метров рейш отходите от челика и уже не записывает ваш аддон ебаный. А теперь возьми и посчитай, как работает эта серьга. Мне похуй, ну, уже поебать. Потому что по факту мы сейчас разваливаем. По факту, блядь. Ты знаешь, что она накапливает до 12700 маны? 200 СПД и 170 интеллекта. Это пиздец. Это топово. Ну, мне она типа восстановила 12к, но потому что я не был с вами рядом. Чекнул? А, вы пулите, конечно. А похуй, я потом заберу почека. Блять, я же в ретрике. Жара. Силы потеем. Ну, кстати, Леван, вот тебя я вижу, да, те цифры, которые ты сказал. Сколько у тебя нахуй? Да, потому что, типа, я не был с вами там, но, скорее всего, кто-то бафает эту хуйню. Я надаю это больше. Нет, тебе сейчас скажу. Чего должна давать? 85 кусков. У тебя 12800 поток маны. Ну, да, потому да, что она, ну, так и должна делать.
Но если ты в рейде, то, видимо, кто-то тебя может бафнуть. Нет. Аля. Слушай, может там какая-то хуйня была? Может реально что-то бафнуть? Просто я вам расскажу. Поток маны, это может быть там все суммарно в рекаунте суммируется, типа, и от лужи, и... Суммарно суммируется. Хотя воронки еще будут падать, у трэша, или это так, чисто рост? Да воронки убрали. Да, воронки мы смешили. Нет, там говорили, дроп воронок подрезали. Ну, видимо, тоже на 20%. На 99%? Как и боссов. Теперь как эти, бля, как красненькие падают раз в год. ЗСК в рамке это вообще рофл какой-то. Это легенда. Абан. Это, мы вайшу также 8 хилов. А сколько у нас ГБ воронок вообще? 5. Если мы будем 8 хилов пить, то мы по ДПС не пройдем. Найс. Ну да. Это я тут бил вообще. Надо на воронкофану сходить, гильдии. Ну, да, я предлагал, сейчас пока 5 часа есть, пойти зачистить круг. Мы сейчас пока вылезем, пока... Я бы посмотрел пару трайв вайш хотя бы. Да все отговорки. Ого, это что такое за мультик? Это... Ё-моё. Оп. Нихуя себе, блядь. Я понял, да. Ебал? Ебал, обнал. Это нахуй открыли? Нихуя себе! Это мне? Нихуя себе! Это мне... Это что, все мне ебать? Еще раз скажи. Помню на сервере, короче. Я знаю, что ты хочешь сказать, поэтому не скажу. Там не было этого моста. Там был невидимый мост. Ой, что это за челики тут охраняют? Это... Пиво. Те, кто рыбу любят. Так они есть 151 рыба. Лям. Ну, думаю, да, завалим. Да, давай, блин, покупайся. Угу. Рыба, да там проблема не в лямах. Там проблема не в лемах. Там проблема в трэше, который резается. Там проблема в тактике, нахуй. Очень сильная. Фук. Давай ебашим этих карасей. Ну ща, ебать, с третьего трая убьем. Ладно, со второго. Нахуй. Прикинь, реально убьем. Бля, до конца урте. Охуенно. Ну это сверху тыщи ебы тогда. Это мы сверху, это если мы супер все идеально сделаем. Ну, мне сверху 4-5 будет уже. Если выпадет. Ну да, кстати, еще может не выпасть. Видите анекдот? Тут чел собирает ЗА на фул. А, это, блядь, перепутал Сэн. Ладно. Да, буква ошибся, думал, там ЗА сейчас собирает на фул. Лучше бы ты не говорил это в Дискорде. А вдруг он больше? Не, ну Мордан, слышишь, прикол заебись. А, нет, нет, собирает ЗС-25. Нифига, смотри, как Горгоны стоит. Вот слушай, Мордан, так Рага уже по баридам 25-ку ока на фул закрывал. Что? Рага. Я не знаю, какой Рага, это... А он сам сейчас по баридике такие будет. Террес Хелем, СБС-ку, ока 25 хм целка. Это он там собирал, да, этот, РС Хелемку? Да, на РС-ку Хелемку, СБ 25 хм целка, такое всякое собирает. А чё, проходку убрали, что ли, или чё? Таких бы нам сделали. Которые здесь с проходкой находятся. На Баланкофарм же находятся люди. Хотя бы женский пол бы сделали такой. Как вайша? Да. Вайша особенная, на грязи. Она не такая, вы не понимаете. Не уникальная модель. Вот именно. О, что за женщина? Какие тяги, боже мой. У собаки в ТТГ тоже уникальная модель. Да, тяги она бархатные носит, кстати, Макс. На коляске катается. Надо, вайша это секси, это one love, это просто... Бля, все, Гоша, не туда! Что голды я... мне, если подрочил? Я за нее компанию Гоша. Проходил, блядь, я помню, как мы нежить ебали с Келем, ух, охуенные были времена. Да. Она просто... же нежная фика начали была. Да, на большой фика, но шара есть... там, дура такая. Так все как бы наги это эльфы в прошлом. Ну, нет, вообще... Нет, более это эльфы. И такой, эх, наша, эх. А в итоге Леди Вайша... Да все, просто... хватит, нахуй. Так ее, по факту, считай, это, киданул и его, и этот... Или Дан. Или Дан, да. Или Дан, где-то здесь. Да, или Дан, блин, где-то здесь. Да, или Дан бич, блин. Он крутой, по факту крутой, да, но он бич. Крутой, но по факту крутой, конечно. Зато у него замок. Он крутой бич. Да не у него замок, он отжал его Максиридона. Ну, что, делимся на 5 групп? У него замок, он в подвале сидит.
А Бактеридон забрал его у Дриниев, да? Да. Так, давай. Юля вводит высоких. Лингрен танчит. Хуридринг танчит стражей. Стражей танчишь. Вот твое место вот тут примерно. Стражи бьет с ним. Кто? Стражи под боссом держат и заливают. Я поставил тебе вон треугольник. Босс не бьется в фазе во второй. Значит... Слава, короче, смотри. Стражи просто сводят под вайши во второй фазе. И так же само милики будут подбегать и сливать их. А сколько их будет? Босс же не бьется, когда на этот... Босс не бьется, но... Когда перевелись, ну, переводится босс, это не бегать туда-сюда. Короче, кто с микрофоном, значит, расстановка, давайте. Милики. Так, кто там? Святос, Сифилис, Череп. Так, Призон, Мораль, Крест. Консилятор в квадрате один. Значит... Гомосек и Войд в луне. Авелания, Седжу бьешь стражей с Холидринком. Остальные РДД играете по большим и по стражам тоже. А, кто с голосом? Значит, в этот квадрат посмотрите, у консилятора вроде голоса нету. А, смотрим, если выходит зеленый моб, то 15 секунд дается. Если за 15 секунд его не слить, то он исчезает. Из него падает порченная магба. Пишем макрос use порченная магма все. А Ленка, ну что, можно? Или просто, да? Не понял, еще раз, можно, пожалуйста, для тупых? Так. Она же в рюкзак падает, правильно? Макрос да. Все вставьте. Сука, тварь ебаная нахуй. Во флудилку скинул. Все скопируйте быстро, поставьте себе на удобную кнопку. Эту парашу. Падает в рюкзак. Ну и все. Макрос вытащите. Значит, с зеленого моба падает эта хуйня. И станет вас на месте. Вы передаете, челик отбегает далеко, ну метров на 20-30. Вы кидаете в него, он кидает дальше. И нужно кинуть, вот 4 стойки стоит синеньких, таких маленьких. Нужно подойти к ним и заюзать порченную магию. Когда челик возле нее стоит, ему кидаешь, все. Это же показывает, что мышкой можно сделать, нет? Можешь мышкой делать, можешь макросом, нахуй. Надо быстро это делать. Окей. Все, до 50 или до 70 там бьем босса. До 70 вот бьем босса. Вот просто выносить его будем, принимайте готовность. Так, а ну окей, понял. Делси, Вилаш, вы тут? Первая фаза, все под жопой босса, там будет дебаф, его просто с рейда выносить. Ты босса держишь с хулидринком. Все, поехали. 5, 4, 3, 2, подбегайте к боссу и бьем. 1. Далеко стоять нельзя, залпом будет бить. Еще. Давайте Геру с ПВА. И натура резист поставьте кто-нибудь там. И захиливайте. Будет дебаф, значит, на одного челика кидаться. Он на мораль, по-моему, кинулся, да? На мораль, да. А Фридом снимает оплетение, надо потом проверить. Да, да. Только что снял. Вот, выносите. Потом буду добавить эти дебафы, чтобы смотреть. Вот на черепок, на кого будет вешать дебаф. Будут кидать. Добавим ноль сюда нормально. Значит, не видел. Да, говорит, убегайте. Понял. Сейчас 17% да, и будет вторая. Кому где стоять, уже называл. РДДшники, стоим максимально близко к краю, чтобы быстро среагировать, успеть мобов зеленых убить. Ну, мне так понял, возле босса ждать этих стражей. Кстати, как будут обычные мобы мелкие, их просто примораживайте и убивайте. Стрэнджи.
Еще какие-то летающие. Не давайте мелкие элементали, не зеленые, а обычные будут. Их просто примораживайте, там замедло, это, чтобы они не доходили до босса, чтобы не увеличили урон, вайш. Если они доходят до босса, то вреди одни дауны, блядь. У них там хп мало, блядь. Там 300 тысяч. Ну так это мало. А, друиды могут оплетение снимать. Все, ушли. Все, все, разошлись по своим позициям. Молнию захиливаем вот эту вот. Ясно. Пиздец. Захили. Что, пьяный нахуй? Кринж. Соглы. Падаем, падаем, хули. Кринж, она, а вот сейчас она вокруг, люди разбежались, она на всех кидает или все-таки веер? Нет, конус есть? Нет. Она, она секторами хуярит их. Мы сейчас просто все в одном секторе были. Да, я убежал в другой сектор, меня не било. Она просто долбила в тот сектор, где больше народу. Кстати-ка, Слава, я тебе скажу... На лестнице перестает бить. Больших просто катят, их даже не бит. Хорошо, покатим на следующем этапе, я посмотрю, как это будет. Че, я тогда просто типа этот... трэш бью? Че, зеленого никто не увидел, моба? Не было. Че ты завтра предлагаешь с ока начать или с этого... как он называется. Я ничего не предлагаю, у меня завтра полтора часа. Я предлагаю тебе полтора часа потратить вайш. Так мы ока пойдем? Да, кстати. Или вайш? Давай мы его, смотри, пока будет Костя, мы потраим вайшу, Костя убьет, пойдем ока. Лучше закрыть контент, выбить лишние Т5 куски, поднять ДПС. Можем. Ока, а потом все, что осталось. Можем убить трех боссов ока. Да, спокойно. Так это нелогично, если Костя будет полтора часа, надо тратить потом. Если завтра будет рейд в 16:00, я завтра пораньше приду, где-то без 20, может даже за полчаса. Если будет 16:00, то можно что угодно делать. Вот. Завтра, короче, тогда собираемся чуть заранее, идем чистим трэш, блядь, вока, киляем робота, киляем соляру, киляем Алара. Ну да, будет нормально. Быстренько проедемся. Вот. И остается вторник и